Всем привет, дорогие друзья, с вами Шевиль, мы играем в Realm War. В Realm War. Получить комменты. Комменты. Да, получаем комменты, ребят. Пишем, пишем. А то что-то вы не комментируете. Ладно, уровень 4. Уровень 4. Не будем улучшать, не хочу что-то улучшать. Посмотреть события уже 16 часов. У нас есть битва. Кстати, у нас больше ничего нельзя улучшить, да? А, тут карта. Карта тоже не будем улучшать. Командоры. Командор только один. Готово. Ладно, ребятушки. Начнет скоро другое событие. Поэтому мы попробуем дойти. Дойти до конца. Против наших врагов Шпиля. Всегда думаю, что здесь написано Швиля. Здесь... Шпиля напишет. Эншпиля. Мужчинта. Так, давай-ка. 5. Он идет через левое плечо. Прошел, да, прошел. Фух, я что-то напрягся так. Оказывается, он прошел. Блин, теперь... Давай, беги туда быстрее. Пускай бегут. Пусть берегут неуклюжим, пешеходы по лужам. Так, давай сюда. Их создали, пока бежали. Давай, теперь моя очередь, сучки. Ну, давай, сука. Как минимум надо пройти, ребят. Минимум надо пройти. О, блин, бесплатным героем все-таки вытащил. Плохо, плохо. Угу. Лох, что вытащил-то? Ребят, сейчас еще одного вытащит, блядь. Плохо. Потому что мои так и не дошли до него. Блять. А, сука, как я тупанул. Так, ладно, пускай подойдут. Я тогда сделаю отсюда. Вход. О. Вот сколько там прошло урона, сколько не прошло. Пофигу. Давай. Одну звездочку мы... Блин, сыграйте. Да как так вообще, я не понимаю. Как они так умудряются убивать меня делать? Вообще, что за задроты? 2500 у него. Конечно, рейтинг 2500. У меня, блядь, там 640 максимум. Очков владеющих 310. А у него 2,5 его. Ну тут вообще задротит его каждый день. Конечно, тоже каждый день задротит. По 10 минут, по 2 боя. Он такие делает, наверное, просто за один раз. Надо понять, куда мне идти. Ну давай пофигу, сейчас закинем это побыстрее. Чтобы он пошел. Так, ладно, здесь закинем тоже.
А, да ну нафиг. Что это он сливает, что ли? В принципе, я не знал, что он, наверное, просто кашу должен был пройти, надо было мимо вратаря. Брат пройти. Я взял и не прошел. А, он стреляет, если даже его кинут. Блять. Вот тварина. Давай танчер, фигарь, как можешь. Давай-ка. Так, окей. Так. Ты что, а? Творишь? Так, сделаем. Ближний бой, ну, в принципе, они его, да, рванули. Эх ты, сучка. Сейчас пройдет, откроет карту. Чмошник, а как вообще с ними там совладать, я не понимаю. Эта карта дает преимущество. Все. Она небольшое преимущество. И крандец. Крандец всему. Сразу приходит. Блин, я, кстати, этого кинул. Может, он сейчас... А, давай, убьет его. Вот, хотя бы так. Блин, нам крандец. Вообще, иди. 4000. 10 секунд остается. Чмошник. Блять, куда я кинул? Стало 41 секунда. Так, давай-ка сюда. Так, минус 3, все, зашибись. А тоже кидает туда. Так, сюда. А, я же вон, точно, я по левому боку прошел, я бы его убил, представляете, у меня там столько осталось. Ё-моё. Ничья. А, ну это ничья. Что у меня есть вариант. Еще раз. Давай посмотрим. Давай, сука. У меня еще на одну попытку есть. Очень, блин, что-то потные сейчас катки идут. Вообще капец. Вначале, конечно, понятно, что тебе там все поддавались, а теперь с реальными игроками тяжеловато. Потому что у них рейтинги громадные. Так, давай вот так вот. Так, что-то у нас получается по одному, в принципе, мы закинули. Значит, пока сюда кидаем тоже, опять же, чтобы добыть карту. А, вытаскиваю своих недр людей. Ух ты! Я не видел ее.
Прикольно. Взяла ее. Опа. Давай-ка сюда. Так, что у нас остается? Есть корт. Так, Ctrl-K мы зафигарили. Так, теперь давай-ка сюда, наверное. Закидываем подальше, кидаем. Ну-ка, ё-моё, давай. Закидываем. Вот это я понимаю, еще есть шанс. Еще есть шанс. Давайте, ребята. Попался хоть раз за последнее время. Чуть. Осталась 1 минута. Ребят, туби пизда вообще. Сейчас тебе вообще не вариант, братан. На 3 звезды прям проход и все, сделал проход в ноги. А ну у него, видите, рейтинг 300, поэтому рейтинг 300, все это поэтому. Давайте еще одну каточку, все-таки должны мы победить, должны мы совладать с данным персонажем как можем, иначе никак. Ладно, хотя ладно, ребят, оставим все это на следующий выпуск, еще есть время, поэтому с вами был Швили, давайте, до новых встреч, покедова.